Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, мы сегодня с тобой продолжаем Вольфенштейн, The New Forden. А что, как быстро загрузило? Ага. Потому что, наверное, очень маленькая локация. Выстрелить из пушки. С какой? Мы с тобой отправляемся в базу черепа. Внимание, внимание, идет нормализация давления в шлюзовой отсеке. А, мы же на подлодке. Точно. Мы идем спасать заложников и потом уничтожать террористов. Нацистов. Точно, точно. Так. И осторожно, пока будешь в пушке пробираться. В пушке пробираться. Мы быстро идем, течение будет сильным. Да, мы, то есть, вышли на поверхность лодки. Давайте, Кэп, заряжайте. А, мы этот чудо-шарик загружаем. Мы приближаемся 200 метров. То есть мы на подлодке. 100 метров. 50 метров. Огонь! Я думал, этот шарик все пробьет. Неплохо. Ну это только одна часть стены. Или нам ее хватит, чтобы зайти? Видимо, хватит. А, ну. Крепость черепа. Ни хрена себе, да? У него одного такая крепость. Крепость черепа. Аня, я иду за тобой. Террористы и паразиты пришли спасти таких же паразитов, когда будете шашкать своими, это поднимите, чтобы противостоять. Так, подожди, мне не до тебя. Пойдем тихо. Выпустить людей, машин каких-то он там. Пускай выпускает кого хочет. Так, боезапас берем весь. Я у вас дома, генерал. Правда здорово. На самом деле череп уже трясется от страха. Он знает, что с ним будет. Короче, нас здесь надо пополнить полностью боезапас, ребят. Все ножи, все берем. Так, ракеты даже есть, ни хрена себе, у нас все есть. А можно по стелсу? Ничего не вижу. Поглядывай. Блин, мощный падла. Слушай, а пистолет хорошо их мочит, оказывается, с глушителем. У глушителя, короче говоря, повышенный урон. Да, я тут, видимо, должен классно было раздавать, да, всем хэдшоты. Ну, я не хочу рисковать. Я хочу все сделать аккуратно. Что здесь?
Блять, да сдохни ты, тварь! Какая жирная, падла. Куда ты? Блять, сколько вас здесь? Так, анце. Понял, подожди. На нахрен в ответочку. Ох, блядь, что там вышло, ребят? Что я там вижу? Хорош. А, нет еще. А вот теперь все. Убери, блядь. Куча, это убери. Нормально. С учетом того, что я играю на среднем уровне сложности. А что-то потрошек как-то маловато. А можно было, кстати говоря, побегать с энергетическим. Это возьмем. Что для вас нет места в этом мире, он мне говорит. Череп. Может было с энергетикой побегать, ну да ладно. Так, ладно, нам куда? Не знаю, нам сюда нет. Пойдем здесь. Обходными путями, ребят. Стелс, так сказать. А что у нас там пистолет все, да, понял. Очень много оружия, ребят, очень неудобно. Я не привыкший. Там вот в центре что-то. Там может лифт? Давай попробуем. Убегай, Блацкович. А что я нажал? Так, понял. Я думал, это лифт, типа, ребят. Ну, я подумал, может, это лифт. Типа, я подбегу, сейчас нажму и, типа, сразу спускаться, допустим, начнем. И избежим этой битвы. Но нет, видимо... Видимо, ребята, в битве придется поучаствовать. Да. Ну давайте поучаствуем, хорошо, я не против. Ты как, блядь, так почувствовал? Так, в принципе, а где-то подзаряжалка была? А. Ты... А где еще-то один? Хорошо. Вот так надо было просто сделать и не тупить. Вот и все. Энергетика. Ребят, это будущее. Энергетическое оружие — это будущее. Тут скажет, да как, да нет. Да. А, здесь было, да? Ну, мы так как бы безопасно все сделали для себя. Мы все сделали безопасно для себя, а на других нам насрать. Так. А что я сделал?
А что я сделал? Подождите. Я сюда проход, что ли, открыл? Видимо, да. О. Охренеть. Еще и со спины. Че, ебанулись? Так. Но это большое быдло сюда не выйдет. Оно умерло или что? Оно идет. Перезарядим, пригодится. Все. Так, оно отъехало. Так, гранатометчикам положили. Этих мы положили. Хорошо. А, это мое. Кидай. Хотя можно его подзарядить. А, здесь. А, здесь можно было вот так. Здесь можно было так. Кто бы мог предположить, да, ребят? Вот ты, блядь, откуда со спины взялся, друг? Спасибо, кстати, ты мне это ракеток принес. Заебали. Кругом вражины. Да, блядь. Я из этого места уйду сегодня, нет? О. Понятненько. Понятненько. Зарядочка. Здесь много чего валяется, интересно. Хорош. Благо брони здесь много. Что-то не особо он помогает, конечно. Там, по-моему, еще один где-то был. Где я тут заходил-то? Куда я тут заходил-то? Подождите. Блять, кто там еще? Уходи. Ну. И они все долгие. С двух рук можно стрелять. Господи, блять, он еще по две руки эти вот. Да не надо мне две руки, одну возьми.
Я, конечно, понимаю, по-македонски очень круто. Откуда, кто? Сверху, что ли? Вроде бы все, ребят. Конечно, можно, да, было пробежаться, так классно всех расстреливать, но... Ребят, знаю, какой у меня скилл. Он примерно вот такой же. Мне нравится, в кавычках, когда они появляются за спиной. Охеренно. Ну чё, блядь, там бесконечные. Подожди, а как нам сюда-то попасть? Нам же надо туда, я понимаю, правильно? Подожди, не трогай. Это бяка, кинь. Подожди, куда нам надо? Вообще можно было сюда зайти и просто в зажим всех перестрелять. Всех можно было перестрелять, но я не захотел. Даже так я здесь был. Блять, куда мне? Подожди. Так, я здесь был. Все, я заблудился. Мы сюда зашли. А, вот. Поярче нельзя было это. Лодка на позиции. Все идет по плану. Какие-то... Какие-то это... Черепа. О, не черепа, мозги с этим. О, этот хер моржовый. О. Козел. С усиками своими пидористическими. Все будет... Все, вот, вот и все. Хотел сказать, все будет хорошо. Синтетический титаноспазма добавляет нервной системе, угнетает сердечную что-то мышцу. Тебе будет все сложнее двигаться. Такие дела. Буби, чем тебе помочь? Вообще-то я немного занята. Я в Берлине пытаюсь разгрести кучу дерьма, которую нам оставил капитан Блацкович. У меня для тебя подарок, сокровище мое. Ой, правда? Обожаю подарки. Покажешь, что это? Да, дорогая. Тебе я с радостью покажу все. О, Буби, твой подарок для меня дороже всего, о чем я могла мечтать. Скрыть его для тебя? Пожалуйста. Только медленно. Я хочу насладиться. Эта женщина вся моя жизнь, понимаешь? Она для меня все. Теплая кровь, запах. О, минус ухо убыли. Но я бы все сделал ради ее улыбки. Я ввел столько токсина, но хватило бы и на слона. Что-то сильно не в порядке с твоим мозгом. Минус Бубби. О, за тобой тоже приду. Бубби отъехал. Ну а че, он выебался. Так, а... Да выебался. Так, нам вообще сюда надо было. Пойдемте. Так, у нас что по этому? Ой, что там херово. Не сдаваться. Нет, пока все, пока не спасем, сдаваться нельзя.
Вот и все. Вертолет будет готов, как только понадобится, Блацкович. Как только вытащишь ребят с крепости, мы спустимся и заберем вас. А, мы едем в эту, да? Уильям! Что с тобой такое? У тебя кровь. Когда Сет выпустил нас из камеры, мы решили, что над нами как... Тот нас спасает. Рад тебя видеть, Блацкович. Ты хороший человек. Давайте отсюда выбираться, Киндри. Бегом, бегом, бегом. Анелли, да, давайте, выбирайте правильно, а меня здесь киньте нахуй. Ну, правильно. А где все остальные? А где остальные? Тут же толпа была. Ну да ладно. О, еще толпа. Прыгайте. Блацкович, помоги мне. Почему я говорю вот так? А, типа, все, мы приехали. Спасибо. Нет, мы вытащим тебя отсюда. Уедем куда-нибудь. Я верю, что на Земле есть место, куда можно уехать. Жить счастливо. Я тоже в это верю. Но они не для нас с тобой. Руки туда положили, могло ведь защемить, нахрен оторвать. Что вы тут делаете? Старый друг заглянул в гости, и давно у меня не было таких гостей. Да, старый друг тебе даст сейчас пиздюлей. Да-да, тебя я знаю, мы уже встречались. Я думаю, это наша последняя встреча. Капитан Блацкович. Все сражаешься спустя столько лет. Я помню твоего друга. Не забываю. А ты его помнишь? Его мозг. Это его мозг, да? На такой работе легко поддаться искушению. Начать сочувствовать. Мы должны знать, что это глупый инстинкт. Не пристало вещи расы. Наверх, наверх, на плиту. Ну, нацисты, блин. Офигеть. На живую мозг из этого. Жестко. Такие, как ты. Вы всюду. Смерть, все эти смерти и разрушения, имейте в виду. В конце концов, история нас рассудит. И не потому, что мы разрушили, а потому, что мы создали. Фюргис. Он создает монстров, короче. Ты понимаешь, как это великолепно? Сплав. Человеческого разума. С эффективностью и повиновением машины. Фюргис, это же не ты. А, что ты? Жопа. А что у меня с ХП-то проблема? А чем мне драться? Подожди. Здрасте. До свидания. А ты
Подожди, что максимум-то у меня? У меня ничего нет, максимум, говорит. Максимум, хорошо, максимум, да. Убей меня, прошу, Бласкович. Прости меня. Фергюс? Это ты? Бласкович, это кошмар. Я в плену этой чертовой машине. Не контролирую себя. Кончай. Прошу тебя, дай мне умереть. Скоро увидимся, Фергюс. Фергюс. И место будет получше этого. Так разбей мост-то. Разбей. Ну, бей, давай быстрее, а то сейчас это... А почему у нас гаусс-пушки-то это не было наше? Что-то я не понял. А что, это весь босс? Вам не кажется как-то легко? А, все понял. Ты удивил меня, капитан, но не напугал. Это он уже хочешь обосранный. Что он делает? Надо это, что ли, сначала сбить? Да заряжай ты, ёб... А чё я делаю? Не знаю, я просто стреляю, ребят. Ну заряжай, прошу, ну отвернулся я, ну. Сейчас сдохну. Что с ним делать? Хер знает. Мужик. Что-нибудь сказал, я не знаю. Я не понимаю, что делать. Сейчас пойдем гуглить. Можешь, конечно, одним выстрелом попробовать его трахнуть. Ну, типа вот этим вот своим ультой. Не трахается. А может эти надо какие-то? Неужели струсил? А, подожди-ка. А! Да, блядь, дурак. Быстрей. Понял. А куда стрелять? А, блядь, понял. Так, минус дирижабль. Пока допрешь, блядь, что делать? Ага, там второй, я понял. Щит надо ему срубить, я понял. Тихо.
Давай, давай, давай. Эвермаста, да. Хорош. Щит сбили? Так, а что еще? А, теперь, наверное, щит, да, надо сбивать. Что за херня? Ты где? Генерал, еще до захода солнца. Я приставлю нож к твоему горлу. Заставлю молить о пощаде. Так, подожди. Очень интересный босс, в кавычках. Забились дыру, генерал? Это вам не поможет, я за вами иду. Да-да-да, сейчас идем, подожди. Генерал, вы где? О, блядь. Так, здесь что надо делать? Бессмысленно. Чё бессмысленно? Может, по пушкам ему стрелять? Навряд ли. А, где-то я видел, аптечки какие-то были. Броник был. А, не, подожди. А, у нас же стволов нету. Я не понимаю, что делать. Я не понимаю, просто херачу, ребят. Блять. Блять, запрыгни. Лацкович. Я не понимаю, я просто бегаю, стреляю, ребят, все. Наверное, кто скажет, здесь так и надо. Просто бегаешь и стреляешь. Надо как по пушкам ему стрелять. О! Ну-ка, хер мамин! О! Я им сказал, что сложный босс был на среднем уровне. Просто, короче, херачить. Ты верно выбрал, капитан Бласкович. Этот очень хорош. Считай до четырех. Вдох. До четырех. Выдох. Я не встану на колени. Чудесно. Выпотрошу стаймя. Конечно. Такой легковерный.
Блацкович выполнил свою задачу. Капитан, мы на позиции, ядерная пушка заряжена. Можно стрелять? Блацкович вообще все ни по чем. Над портом станет... Над портом станет женщина, не дремляя, держа свой факел с молнией внутри. Мать изгнанных. И горьким воплем внемля бездомных и замученных прими. Отдайте ей всех тех, кого гнетет жестокость вашего крутого нрава. Капитан, слышите меня? Стрелять можно? Стреляй. Вот так вот. Прошли мы с тобой Вольфенштейн, The New Order. Что я могу сказать об игре? Игрушка прикольная, классная. Обязательно пройдем еще другие части. Но... Ребят, чуточку попозже, там есть дополнение вот к этой игре, есть еще второй Вильменштейн, вот, что меня расстроило в игре, игра вот именно The New Forum, вот это вот плохо оптимизировано под видеокарты AMD, а у меня AMD, NVIDIA, у меня AMD-шная видеокарта, вот, под NVIDIA оптимизировано типа хорошо, а под NVIDIA оптимизировано хреново, вот, оптимизировано хреново под AMD, и... У меня были просадки, ребят, многие вы просадки не видели, то есть у меня, допустим, я вот даже замечал, у меня в игре где-то 35-40 FPS, а на записи все нормально, стабильно, вот прям 60. То есть вы многих лагов моих, просто то, что я играл, вы не видели. Вот, то есть я играл, по сути, где-то всю игру практически в 45 FPS. Вот, хотя проблема не в моем компьютере, а именно в оптимизации, к сожалению, это распространенная. Проблема вот именно данной части игры. Вроде говорят, во второй части там все намного-намного лучше. Но посмотрим, когда-нибудь обязательно поиграем. Увидимся с тобой уже в следующих играх. Всем до встречи, всем пока.